Проснулся и готов встречать гостей. Бурый медведь, проживающий в заповеднике Ненецкий, вышел из зимней спячки позже обычного. Навещать Косолапова, который уже стал живой визитной карточкой Наринмара, можно будет, как и раньше, с 9 утра до 5 вечера. Официальный старт посещений будет дан в эту субботу. У вольера медведя пройдет традиционный праздник Мишкиной потягушки. Одной из первых в гости к пробудившемуся животному отправилась Валентина Чивичек. Потянулся, потер спинку, почистил шерстку об снег. Долгих 4,5 месяца косолапый провел в зимней спячке. В этом году Мишка проспал на 2 недели больше. Годом ранее сотрудники заповедника обнаружили бодрствующего питомца уже 10 марта. Более длительный сон практически не повлиял на его фигуре. По словам сотрудников заповедника, подопечный похудел не сильно. В гости принято ходить с подарками. Вот и мы принесли Мише и его любимые лакомства – свежие фрукты и сгущенное молоко. Но поскольку передать ему лично мы не можем, сделаем это через сотрудника заповедника. Зачастую гости заповедника кидают лакомства прямо через решетку. И все бы ничего, да большое количество сгущенки негативно отражается на пищеварении бурого. Поэтому смотритель выдает сладкое по норме. А вообще поддержка жителей города Мишке необходима. Ранее средства на содержание бурого выделяла Ненецкая нефтяная компания. С 2016 года помощь не поступала. В прошлом году заповедник содержал питомца на собственные средства. Однако в этом году Мишкиных расходов бюджет уже не потянет. Мы нанимаем работника в летний период, когда вот он просыпается, ну вот с весны до поздней осени. То есть необходимо выплачивать зарплату, понятно, это отчисление налогов, в общем-то, это приобретение кормов, это очистка территории, это вывоз нечистот от медведя. Обращаемся ко всем нашим, так сказать, потенциальным спонсорам, окажите помощь на содержание медведя. То есть по прошлому году это минимально, это где-то порядка 400 тысяч на сезон. То есть это 50 тысяч в месяц. За все время проживания в Наринмаре Мишка стал любимцем горожан. За год к нему в гости приходят более 1000 человек. Новый приемный сезон откроется в субботу, 1 апреля. На праздник Мишкины потягушки приглашаются все желающие. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».